я не могу не сказать слова благодарности, обращенные к нашим друзьям, потому что, ну, в силу профессиональной деятельности, не очень люблю слово «спонсоры», потому что это не спонсоры. У нас так получилось на этом первом фестивале, очень домашняя атмосфера, и у нас нет спонсоров, у нас есть друзья. Это действительно так, мы как одна большая семья уже. Это на самом деле изумительное ощущение. Так что дальше я вот официально прям. Первый фестиваль телевизионных идей благодарит за помощь и спонсорскую поддержку компанию «Окно ТВ», лидера в области системной интеграции и крупнейшего поставщика на рынке профессионального теле-, кино- и радиооборудования на территории России и ближнего зарубежья. Компанию «Лифрика», компанию «Форвард», производителя спортивной одежды, Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» и авиакомпанию «Air Baltic». Спасибо огромное, низкий поклон от нас и от детей, конечно. Лависи, я буду то сапровотами, я слайков. Arī izteikšu pateicību kompānijai Okno TV, kā arī kompānijai Forward, kas ražo sporta tērpus un sporta apģērbus, arī kompānijai Air Baltic un, protams, Liv Riga. Ну и я думаю, теперь настало время, собственно, познакомиться с участниками фестиваля и их работами.